Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Радиосфера, и в этой видеоинструкции хотелось бы рассказать, как запрограммировать универсальный пульт для ТВ-приставок. Многие встречаются с такими проблемами, как поломка пульта, либо его потеря. Когда пульт выходит из строя, вам нужно приобрести новый. Конечно же, у нас есть огромное разнообразие к различным ТВ-приставкам пульты под каждую модель. Однако бывают и такие исключения, когда приходится предлагать вот такой вот универсальный пульт. Но многие люди не хотят, либо не могут понять инструкцию на русском языке, которая здесь вложена. И поэтому запрограммировать у них не удается. Для этого видеоролика я вам расскажу и наглядно покажу, как это все делается. На примере у меня приставка телевизионная Селинга с мощным процессором 81D. И сейчас я попробую запрограммировать на эту приставку пульт. Здесь представлена инструкция на русском языке, но зачитывать я вам не буду. Здесь огромный каталог также представлен различных пультов на 3, иногда на 4 листка бумаги. Огромное разнообразие, в которых вы можете найти сами свою модель и ввести код. Либо также есть автоматический поиск кода. На мой взгляд, это самое простое программирование. Это вам стоит всего лишь зажать одну кнопку зеленую вот эту вот и держать, пока у вас не появится индикатор громкости. То есть изначально у вас должна подключена быть приставка и телевизор вручную. Так, давайте попробуем. Нажимаем кнопку зеленую. Ждем 6 секунд, поскольку у меня цифровая приставка выключается, и наводим. Держим до тех пор, пока у нас не появится индикатор громкости. Бывает, могут вылезти вот такие вот окошки, которые вас будут раздражать, мешать очень сильно и не давать запрограммировать пульт. Тем самым тогда нам приходится перезапускать цифровую приставку. Ждем 6 секунд, наводим на приставку и ждем. Коды начинают считываться, а нам следует ждать, когда появится индикатор громкости. Появился номер канала, переключение канала, информация, мьют. Но это все не то, нам это не надо совершенно. Вот появился индикатор громкости, мы отпускаем кнопку зеленую и проверяем теперь громкость. Громкость работает. Переключение каналов. Переключение каналов также работает. Меню вправо, лево, вниз, вверх. Окей. Exit. Вот все основные кнопки функционируют. Мы запрограммировали наш пульт и можем смело дальше пользоваться им как своим родным. Вы можете регулировать громкость, переключать каналы и даже выключать цифровую приставку, включить ее обратно. Если вы упаковку со своими кодами и инструкцией выкинете при покупке, вы должны всегда помнить и знать, что программируется он еще таким вот образом. Многие цифровые приставки выключаются, когда на них наводишь зеленую кнопку, поэтому вам следует навести пульт вверх от приставки, чтобы она не сработала, нажать на кнопку зеленую, ждать 6 секунд, и как только начнет моргать светодиод, мы наводим на нашу приставку. Ну и если у вас при программировании появился индикатор громкости, а вы, проверяя все кнопки, они функционируют некорректно, то вам следует начать программирование сначала, пока не начнут у вас функционировать все кнопки должным образом. Это может занять долгое время, примерно 5-10 минут, иногда меньше. Но это гораздо эффективнее способ, нежели искать свой код, либо пульт. Надеюсь, этот видеоролик вам помог. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться с друзьями.